Что, дорогие друзья, всех категорически приветствую. Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики. С вами, как всегда, на связи LiveRobot, распаковки и обзор. Дорогие друзья, сегодня у нас в очередном эпизоде, в новом выпуске анбоксинга. Проще сказать, анбоксе. По-русски звучит как распаковка, иными словами, видеораспаковка. А также в ревью, в обзоре сегодня у нас в выпуске будет обзор и распаковка техники, а именно компактная акустическая система Rhythmix SP-130B. Вот такая портативная колоночка, как вы видите. Производитель Rhythmix, модель SP-130B. Здесь у нас такой вот глянец интересный. Прям такая ламинированная поверхность. Да. Выборочное лакирование, так, где изображена сама портативная колоночка. Компактная акустическая система rhythmixrussia.ru. Такая вот небольшая коробочка, чем-то напоминает, знаете, как галогеновые лампочки, светодиодные. Также вот такая вот колоночка. Собственно, вот так вот она у нас выглядит. Да, портативная компактная акустическая система. Вот она. Да. Ставьте лайк. Сразу. Так, сверху у нас имеется логотип Rhythmix SP-130B, компактная акустическая система. Так, сбоку у нас логотип Rhythmix и основные характеристики. Это у нас Bluetooth 2.0, радиоприемник, поддержка TF-карты, microSD, динамик 40 мм. Серийный номер у нас здесь наклеенный. И цвет black, черный. Разные значки. Значок ИАК, значок то, что это не пищевая продукция, значок утилизации, значок игрушки, rhythmixrussia.ru и штрих-код. Так, с другого боку у нас здесь логотип Rhythmix и описание. Портативная мини-колонка. VTH плюс TF плюс AUX плюс FM. Радио, мощность 3 Вт, диапазон частот 160-20 Гц, чувствительность 400 МВ, СНР-8 дБ, MP3 плеер с microSD, линейный вход AUX через мини-USB порт, встроенный Leon аккумулятор 30 мАч. Кабель в комплекте. Предназначен для прослушивания музыки с помощью FM-радио, карт памяти, подключения по Bluetooth или через AUX-соединение. Используй только по прямому назначению. Не ронять, не разбирать, беречь от огня, перегрева и попадания жидкостей. Конструкция и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Так, сзади у нас здесь тоже описание на русском языке. Вот можете ознакомиться. Так, rhythmixrussia.ru. Гарантийный срок 12 месяцев, срок службы 24 месяца. Страна изготовления Китая. Rhythmix SP-130B. Ну, давайте непосредственно приступим к анбоксингу, к распаковочке. Здесь у нас вот такая вот пломбочка имеется. Так, которую нужно как-то аккуратненько снять. Во. Вот так вот снимем. И откроем. Во, достанем из коробочки, что у нас тут идет. Micro-USB кабель. Так, руководство пользователя. Так, и еще у нас что-то должен быть. Так, и сама портативная компактная акустическая система. Вот так вот она выглядит. Rhythmix. Так, Rhythmix, модель SP-130B. Так, здесь у нас разъем для зарядки, для подключения AUX-а. Так, разъем для карт памяти, для Bluetooth-а и для включения. Вот такая вот у нас была сегодня распаковочка. Тестировать я буду уже в отдельном видео, чтобы это видео не получилось очень долгим. Так что всем большое спасибо за просмотр, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем большое спасибо за просмотр. Все. Пока. Пока.